Бежали мы как-то с Сашкой и Никиткой с уроков и играли в казаки-разбойники. Все окрестные заборы были наши. Ну, мы и получили по заслугам. Но Никитка напугал всех маской Зорро, а Саша подрался с Д'Артаньяном. Зато нам досталась самая красивая девчонка в классе. Ах, молодость, молодость. Пора нехитрое желание. А потом нас вообще хотели из школы выгнать, но ничего-то у них не вышло. Никита! Уходи через забор! Гардемарины назад! То есть вперед! Гардемарины не сдаются. С 17 по 20 августа на канале МИР. В этом фильме Фрэнк Синатра не поет. Ты грязный мерзкий гангстер. Одно лишнее движение, и мальчик погибнет. Да, я еще никогда не убивал президента. Ты же гражданин Америки. Конечно. И в 5 минут 6 я стану очень богатым гражданином Америки. Что тут происходит? Какой-нибудь идиот решил сбросить атомную бомбу? Нет, не совсем так. Я не люблю дешево продавать свою жизнь. Американские злодеи и американские патриоты. Город Садденли на канале МИР.